В новом сезоне театр «Кукол Кузнечик» будет радовать горожан не только хорошими и интересными спектаклями, но и своим внешним видом. Благодаря инициативной группе ребят теперь здание детского театра ни с чем не перепутаешь. На нем появились яркие и красочные рисунки. Так как театр кукольный – это сугубо детское пространство, решили сделать что-то очень позитивное. И у ребят это получилось. На стенах театра они решили изобразить маленькую девочку, которую окружает радуга. Лена Калмыкова рисует с малого возраста. Она училась в художественной школе и даже в институт поступила на творческую специальность. Именно Лена стала автором этого эскиза. Придумала она его еще в июне, но к работе вместе с друзьями смогла приступить неделю назад. Сначала мы воспользовались проектором, чтобы перенести рисунок пропорционально, чтобы он был, чтобы мы это не намечали все вручную. Маркером обводили сам рисунок. А дальше начался самый настоящий творческий процесс. Ребята делали так называемую заливку. Заполняли эскиз на стене красным, оранжевым, зеленым цветами. Сама Лена выполняла более тонкую работу. Рисовала контур, тем самым делая рисунок объемным. Как признаются молодые художники, работа интересная, но им пришлось столкнуться с большим количеством трудностей. То у нас закончилась краска в середине работы, то у нас были непригодные погодные условия вот эти, очень было жарко. В принципе, вечером рисовать нельзя, потому что люди жалуются, что им пахнет. В обед тоже невозможно рисовать, потому что жарко. Но ребята старались использовать каждую минуту и работали, не покладая рук, чтобы театр «Кукол Кузнечик» мог радовать своих юных зрителей еще до того, как они зайдут внутрь. А команда художников теперь может с гордостью сказать, что провели свои студенческие каникулы не только интересно, но и с пользой. Мария Руинч, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.